Так, всем привет, с вами снова Эмп. Продолжаем гонять Killing Floor. Все, начинаем самоубийственную сложность проходить, да? Так, будем надеяться, этот матч найден с людьми. Что самоубийственная сложность в соло пока что для меня все еще тяжковато. И нет, хотя в принципе это у нас это лунная база. О, кстати, сейберы делали. Прикольно. Не, надо, по крайней мере, не этим классом. Знаете, что мы сделаем? Мы поменяем продолжительность волн. Обычно 10 надо ставить бы по-хорошему. Потому что я люблю играть на 10, на длинной. Но мы сыграем на средней. Мастерская Санта. Будет тяжковато. Год назад Крампус вторгся в мою мастерскую. Уже с людьми. Уже хорошо. Он украл у меня все. Пришло время все вернуть и запечатать этот портал огнем и мишурой, и горящей мишурой. Мы создадим самую большую бомбу на Северном полюсе и направим ее прямиком в портал Крампуса. Девочки и мальчики, пора вернуть Рождество. И сделать это нужно ярко и со взрывами. Надеюсь, вам помогут элитные клоны Санты, а не знатные рубаки. Так. Я думаю, стоит брать мне, если все-таки лечить кого-то, не медицинскую пушку, а пушку пистолетную. Столько воспоминаний. Так, не теряем лицо. Девочки и мальчики, нужно починить праздника генераторы, чтобы сделать ядро бомбы из праздникония 238. Вы даже не представляете, насколько дух Рождества похож на уран. Этот усилитель собирает энергию новогодних песен, раскупаемых по всему миру. Кроме вот этой, твой мороз, Лукас, ей нет никакого праздника. Конец. Нравится. Расслабься, дружище. Сюжетная карта не очень круто, ну ладно, попробуем. Твою мать. Ну, будем надеяться, патронов будет достаточно. Черт тебя подери. Давай, давай. Плохо. Ну, совсем плохо. Ничего не вижу. Помогите! Но у меня еще кровь идет. Точно в цель. Хорошо. Новый магазин. Сейчас постреляем. Так, давай, чувак, отвлекай их. Я сейчас... Отлично! Смех возвращается!
Пизда мне. И никто, блядь, не прикрыл, да, медик, ёкарный бабай? Где ж ты там бегал-то? Ну давай, тащи, приятель. Мармеладка, звони Ханукальному Карри и королеве Кванцы. Пора собраться вместе и взять дело в свои руки. Вот о чем, блять, и речь. Да, никто не прикрыл. Эй! А мы проходили приют Эш, вот интересно. На самоубийственном. А, нет, не прошли, точно. Мы скопытились там всей командой в прошлый раз. Ну и нормально. Будет повод повторить. Надо будет единственное на улице бегать на фонтане. О, Магадабл, какого хрена ты на самоубийственный с нулевым командосом попёрся? Ну только, наверное, если он, ну да, прокачивал другие классы в этот момент. Тогда ладно. Ну, вперед. Мутанты совсем близко. К бою. После твое внимание придет, а? Ни хрена себе! Вообще надо эту сторону прикрывать. Спина прикрыта. По ногам стреляйте, балбесы. Так. Жри! Шесть последних патронов. Ладно, вперед. Там все, думаю, разберутся. Это тебе поможет? Внимание, перезаряжаю. Так. Охуенная песня тоже. Ну что вы там, одного клота размазать не можете? Так, ладно, как я и сказал. И без единой царапины, да? А вы тут еще верткий тип. Одобряю. Купим вот такой пистолет автозаполнения, так чтобы я мог стрелять. Потом хопа, резко перевернуться, пару раз пострелять. Пум-пум. Это кого-то удивляет? Да, тема. Единственное, на этом пистолете крайне медленно восстанавливается. Шприц. Ну, сойдет. Просто чтобы
Из-за того, что винтовка медицинская, она хоть и быстро перезаряжается на спецназовце, но она занимает слот основного оружия, которое могу помощнее взять, допустим, МП-5, и листать оружие будет сложно, поэтому желательно иметь две пушки, основную дополнительную и пистолет лечащий. Это выгоднее, я думаю, тактически. Быстрая перезарядка просто происходит. Или быстрая смена оружия между. За дело, друзья мои. Между его видами. Ага! Новый магазин. Точно. Вот так. Отлично. Твою мать, люди! Сука! Вашу Машу. Спасибо. Спасибо. Еще есть? Мини-флешпаунт на этой сложности? А, ну на этом уровне имеется в виду. Так. Где наш командос? Вы просто порвали того отбивальщика. Впечатляюще. Знаете что? Я почти удивлен, что вы... Давай, давай, давай. Шуруй, шевели батонами, ну. Ебаный свет, где ты там застрял? А, ладно. Придет, тогда отдам. Рано сезон дождей начался. Купите броню. Вы мне нужны целыми и невредимыми. Не благодари, засранец. Кому оружие? Последний шанс. Мне кабину отключать нужно. Внимание, перезаряжаю. Спасибо. Перерыв окончен. Пора за работу. На подходе еще мутанты. У меня много. Ой! А теперь отвали! Строим спину. Отвали! Отвали! Внимание, перезаряжаю!
Думаешь, так лучше? Я снова готов играть. Новый магазин. Давай. Воу. Блять, там Альфыч. Ходим. Да, неплохо получилось. Это здорово. Так держать. Да, все-таки в автоматической пушке медика и урон повыше, и скорость восстановления шприцов тоже. Но, черт подери, мне нужны нормальные пушки. Спасибо. То просто патронов тупо не хватает. Рада, что вы вернулись. Кровью тут ничего не запачкаете. Пока так. Пока так. Запрем негодяя как следует. Дверь заварена. Заряжаю. Поспешите. Приближаются мутанты. Кровище из носа. Знаете что? Я почти удивлен, что вы еще живы. Надежнее некуда. Поддерживайте безопасность в зоне. Да, вашу Машу. Ну, вперед. А, здесь другое дело. Завариваем дверь. Готово. Плохо. Блин. Повышенное внимание. Жри! Заряжаю. Уши затыкай. Ну, черт. Да ёб твою мать, патроны кончились. Сюка, я оружие не то взял в руки в последний момент. Чем я выбрал, блядь, пистолет, было бы буквально чуть-чуть доли секунды больше. А, жопа, все, они пропустили их. Бегите, мои чуваки, бегите. Все, минус еще один. Давай, анархист, беги. Под ногами у вас, под ногами, ёпта. Нам нужно еще... Уберите его! Это мой! Все, пизда поджигателю.
Хиляйся. Хиляйся, мужик, тебе хана же. Хиляйся. Ах ты, черт. Ой, все, пиздец. Ай, не слишком долго стояли на месте, надо было рассыпную. Если не сдержали, просто бегите и отстреливайтесь. Хуёво. Давайте еще раз попробуем. Переиграть. Ну, либо мне наоборот взять медицинскую пушку, потому что у нее просто тупо быстро восстанавливаются патроны для стрельбы, ну, в смысле, эти шприцы. И за место МП-7 взять что-то помощнее. И просто чередовать их. Поехали. Поехали. Миссия началась. Заряжайте оружие. Мочим одного за другим. Оп! Ставил новый магазин. Блять, альфач. Блять, да харе, чувак. Дулачья! Берегись! Слишком. Все, ну его нахер, понеслись к магазину. Что тут, черт побери, случилось? Рада, что вы справились. Идите в кабину за снаряжением. Да, надо было наверх бежать. День прошел плодотворно, и все вернулись живыми. Снайпер пришел. И улучшайте снаряжение. Так, это винтовка. У кого-нибудь деньги есть? Сейчас. $1. Спасибо. В принципе, неплохое место. И снова у нас пятеро. Время истекло. Идите убивать мутантов. Сколько кровищи из носа. Перезаряжаю. Ну что, умею я стрелять?
Угу. Плохо. Блять. А? Самый, ёб твою мать, рандомный момент. Ха. Я так и полевого медика докачаю когда-нибудь. Что-то не видим. Минус нога. Заряжаю. Все, понеслись к этому. Пора и поработать. Хорошо. Заходите ко мне. Кабина уже. Ну вот, другое дело. На уже похоже, блять, на этот. Я под впечатлением. На тактичность, ёпте. Так, 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 так. Естественно. Ага, так и вот так. Заряжаем. Проверим боезапас, народ. Я вот-вот закрою кабину. Запрем негодяя как следует. Подвинься. Приближаются еще мутанты. За дело, друзья мои. Завариваем. Ну, на первое время хватит. Да вашу Машу, грёбаный The Time. Ух ты, как они эту дверь не любят. Всё, ща прорвутся. Ой-о! Что ж ты, блядь, нихуя не сказал? Что там пиздец творится? Чтобы я мог сука. Блядь. Oh,
У меня еще кровь идет. Состояние прямо как новое. Заряжаю. Рада, что вы справились. Идите в кабину за снаряжением. И даже не было слышно, как они прорвались. И тут же нас один рейдж квытнул. У кого есть огромный веер? Ничего не видно. Да, нихера так стрелок бегает быстро. Добрый день. Заходите за своими орудиями труда. Так, все, почти полностью заполнен. По-моему, где-то тут еще один был черепок. Кажется. Если ничего не путаю. Новый магазин! Обеспечьте безопасность в зоне. Ну, началось. Да, как и следовало ожидать. Я постреляю. Ну, командос, ну в перезарядку попал, а? Вот так. Впечатляюще. Безупречная работа. Все, понеслась. Выжили и без единой царапины, да? Да. А тут еще верткий тип. А тоже. Хорошо. Замечательно. Так, надо бы на пулемет поменять бы вооружение. Рада, что вы вернулись. Кровью тут ничего не запачкаете. Верно. Лучше, наверное, так. Угу. С лазерной целеуказкой еще. Прикольно. Защищайте эту зону. А, черт. Но бабки нужны. Мне скучно. Так не должно быть.
клочья! Они опять видели! Начало времени. Скажем так, вы размялись. Умею я стрелять! Метко! Еще одну метку проделали! Угу. Живи, медик, живи. Добейте, Саша, чтобы я могла открыть вам кабину торговца. Новый магазин. Я помогу. Классный выстрел. Хорошая работа. Заебись. Да, что-то мне вот этот Хеклерн Кох не нравится. Вы знаете, как выжить на поле боя. Как я там, Джесс? Такое. Ну ладно. Ничего не видно. В принципе, убойная сойдет местами. Но все равно такое. Можно еще какую-нибудь УПН-ку взять, но... Вообще, по-хорошему, бастиона надо бы взять. Но не то. Потом. Поспешите, приближаются мутанты. Слишком много болтовни. Кабина закрыта. Надеюсь, вы будете пойдите, смотреть на потолок. Не знаю, что это за штука, но работает прикольно. Вали ее. Порошок стерли. Я помогу. Заряжаю в плит. Так лучше. Новый магазин. Как себя чувствуешь? Ой-ой. Да,
Фу. Вот так. Это последний монстр. Идите к указанной кабине и пополняйте запасы. Все-таки винтовка медика, наверное, самое универсальное лучшее оружие против всей мелочи, которая только есть. Поэтому, наверное, я буду брать его абсолютно ко всем классам. Так. Нахер, возьмем пулемет все-таки. Ага. Люди, последние покупки. В прицел уже видно врага. Не самое лучшее место, чтобы стоять. Только бы не сглазить. Время почти истекло. Скорее. Стою немножко поотдаленнее от них. Время истекло. Идите убивать мутантов. Все, последний этот. Да, блять, невидимки. Чё-то вас тут слишком дохуя, я бы сказал. Ху. Пулемет тема. Блять, из-за огромного количества трупов. У меня все патроны просто в них улетают. Не моя проблема. Беги, мужик, беги. Я пытался тебе помочь. Хуёво. Блять, что это было? Отбились ценой всех патронов, которые были на пулемет. Как себя чувствуешь? Я снова готов играть в задницу. У всех перекур? Тратьте деньги свободно. Вам предстоит серьезное дело. Все, а теперь будет бабос. Выживать вы умеете. Молодец. Ха. Получил пиздюлей от всех, кого только мог. Рик Лой, залезай. Вы деньги заработали, а теперь тратьте. Так, ладненько, и нужно что-то еще. Возьму самое мощное. Пока все хорошо, но тишина сводит с ума. Вот деньги! Я вот-вот закрою кабину. Не отвлекаемся, черт побери. Перерыв окончен. Пора за работу. На подходе еще мутант. Ой, король флешпаунд.
жопа. Да, Сёма? Да, Семён? Ну, будем отстреливать, пытаться мелочь. Только бы не сглазить! Ую. Так лучше? Ую. Блять, опять мелочь прибежит сейчас. Хуёво. Заебись. Отбились. Так, сейчас один момент. Провел новый магазин. Проверь, кто там что написал. Угу. Понятно. Окей. Так хорошо. Угу. Только не умирай. Только не на моем дежурстве. Пройдено и выполнено. Семыч, ну-ка, фу. Спуск. Спуск будет жопа. Давайте лучше Барнович. Сема, перестань. Фу. Нельзя лизать лапу. Фу. Так, ну, пока что, наверное, сегодня пока это вся карта, которую мы можем пройти. Мультиплеер, мне надо идти сюжетку какую-нибудь стримить. Так что последняя пройденная карта. Так, следующая у нас будет на 15-м левеле хрень какая-то. Ну, попробуем, поджигатель командос и спецназовец. Вперед. Это интересно, как вот сюда бы попасть? Хорошее начало. А теперь доведите дело до конца. Вперед!
Заряжаю! Все, почти всех положили. Замечательно. Все. Рада, что вы справились. Идите в кабину за снаряжением. Мне нравится, когда все возвращаются живыми. Мне тоже. Проверим здоровье бойцов. Купите боеприпасы, они на исходе. Так, ну, будем выполнять. Что, призраки, что ли? Хуя. Снова появились мутанты. Забавно. Очень скоро кабину придется закрыть. Не нравится. Миленькое местечко. Заскриншотим. Да, лучше назад. Здесь удобнее обороняться. Два прохода всего лишь. Один сзади, один спереди. Время почти истекло. Скорее. Пойдите, отличитесь. О, черт, у меня мышка иногда вправо уходит. Блять, в одну сторону смотрите, ебаный свет. А я в другую. Твою Матильду. На помощь! Точно в сука. Метко. Пиздец, блять. Заебись, люди у нас тут прикрывают друг дружку, да? И опять Рёку ушел. Что за рычквитер? Да отобьются, блять, 11 монстров осталось, буквально 10. Ну нахуй, нормально, с винчестера по нему вносят. Минус один, и последний остался. Во, друг дружку прикрыли, заебись. Так, автомат, и где-то, может быть, была моя пушка. Уход в сторону с линии атаки может спасти вам жизнь. Все целы? Продать, продать. Нихуя мне накидали. Класс, благодарю. Молодцы. Так, тоже продать. Сюда опять. Так, это тоже купить. Как говорится, собирайте вещи. Все. Я могу временно экономить на броне, потому что каждый раз я с 50% появляюсь. Уже неплохо. Не отвлекаемся, черт побери. Поспешите. Приближаются мутанты. Семен, перестань лизать ла... А, ты морду чешешь. Понятно. Время истекло. Идите убивать мутантов. Как лучше? Заряжаю! Ага.
одной точечной? Так, Яша. Когда закончите, я открою кабину торговца. Расслабься, дружище. Это последний монстр. Идите к указанной кабине и пополняйте запасы. В тот раз никто не погиб. Чудесно. Отбились. Спасибо. Ну же, мутанты. Новый магазин. Никогда мне не нравилось затишье. Это кого-то удивляет? Угу. Блядь, застрял. Все живы? У нас почти не осталось времени. Выбирайте. Да чё тут выбирать? Деньгов нету. Предлагаю вам купить броню. О боже. Почините броню. У нее ужасный вид. Время почти истекло. Скорее. По-моему, дело идет неплохо. Господь, да все ради чего стоит играть. Приближаются еще мутанты. За дело, друзья мои. Заебись, сразу МП5 дополнительная. Пиздец, на экране творится мерзость. Славно. Просто миллион выстрелов, да? Да нифига себе не равнили. Тут кожуру всю не сожрали, черт тебя подери. Новый магазин. Удивительная тишина. У вас заканчиваются боеприпасы. Купите еще. Нормально. Пока есть, значит есть. Заряжаю. Я вся в деньгах. Это все-таки продадим. Могу пожертвовать. Да, парень, приезжай. Кому-то деньги надо. Как у бойцов с патронами? Спасибо тебе. Заходите в магазин и улучшайте снаряжение. Я теперь богач. За мной. Купи себе нормальное снаряжение. На следующей волне. Поддерживайте безопасность. Твою мать. Ну ладно. Это тебе поможет? Проклятие, заряжаю! Лучья! Я постреляем! Вы сократили их поголовье, но их еще очень много. Thank you.
Заряжаю. Фух, два последних засранца осталось. Ай, ты ж сволочуга в самом, блять, конце, а. Блестяще. В зону никто не проник. А я только починил броню. Ваш инстинкт выживания меня впечатлил. Это же не убийство. Патлоны у нас есть? Отряд, проверка здоровья. Патлоны, не знаю, есть. Возможно, есть. Соберитесь. Это продать, это купить. И все пополнить. Вот тебе. Все здоровы? Спасибо. Хорошо. Я вот-вот закрою кабину. Обеспечьте безопасность в зоне. Да, вашу Машу. Ну ладно, под коллапсинг можно. Уебищное место, чтобы стоять отстреливаться. Идет зачистка. Пизда, Ивановна. Все равно фальшиво. Заклятки! Внимание, перезаряжаю. Спасибо. Еще есть? Блестящий. Зону никто не проник. Фууу. Мы выжили кое-как. В бою вы потеряли нескольких товарищей. Прикрывайте друг друга. Внимание, перезаряжаю. Убить готов ради движухи! В буквальном смысле! Да, наш дом не готов. Слово готов к бою! Я в беде! Может кто-то помочь? Как насчет немедленного пожертвования? Могу пожертвовать немножко, если кому-то надо. Пора и мне вернуть немного денег. Бедным очень невыгодно. Мой ковер из денег видели? Защищайте эту зону. Да, твою Матильду. Только навострились стоять на одном месте, отбиваться. Спасибо. Послушайте, а мы же еще живы. Классная работа, ребята. Продолжим.
Как у всех, если расслабиться. Да сломайся ты, жопа толстая. Фига не шустрая. Не знаю, нахуй этот экран нужен, но зачем-то нужен. Ебать их еще тут. Угу, спасибо. Я этого засранца не агрил, чтобы они добили сначала одного, а потом уже на другого переключились. Это два одновременно рейджащих мясника, это пиздец. Рада, что вы вернулись. Кровью тут ничего не запачкаете. Снова появились мутанты. Ну все. Очень скоро кабину придется. Сейчас будет босс. Дружище, деньги бесплатно? Нужны деньги? Я знаю. У нас все хорошо, люди. Наслаждайтесь перерывом. Так, и надо съебывать. Желательно куда-нибудь на улицу. Не убьешь, не заработаешь. А это плохо. В узком проходе стоять задница. За дело, друзья мои. Тоже у нас босс. Понятно, мерзость. Где-то оттуда пойдет, судя по звуку.
Так, я не знаю, блять, атаковать мне босса или нет, я урона ему толком не вношу. Ну похуй, пусть будет. Мелочь надо контрить, когда она появится. А, так быстро. Хм. О, я еще выполнил ежедневку и получил 15 левел. Заебись. Благодарю, но еще есть. Блин, все это время я даже его толком не атаковал. Ждал, когда появятся клоты и все тому подобное. Но это не нужно было. Нихуя, 301 с попаданий в голову. Заебись. Так, ну ладно, что-то мне, наверное, кто-то написал. Наверное, пойдем сейчас мы либо в Марио, либо я пойду стримить что-то сюжетно. Так что 3 секунды, скоро вернусь.